Так, значит, продолжаем путешествие. Вот такая сторона. А на этой стороне, да, вполне так симпатично, красивенько, ухоженно. Угодья помещик. Да, да. Помещик живет. Ну, если справа посмотреть. Ну да. Слева это помещик. Тут у них два дома, что ли, да? Три гаража территории. Так, сбоку. Тещин дом, да. Сбоку вот такой вот домик тоже интересный. Здесь уже вот такая сельская местность, они уже вот здесь и держат. Там лошади есть, да? Ламы. Коровы, не знаю, есть, нет, что-то. Коров мы вроде не видели. Вот такой мобилхом тоже стоит. Дорога вот такая вот, правда, в заплатках. Вот это тоже, наверное, мобилхом, да? Вот они такие вытянутые. У них фундамент небольшой. А, да, да, вот он. Ну это вообще уже заброшенный. Кстати, машина сзади едет. Стоп-сигнал, останавливаемся. Если никого нет, дальше едем. Здесь такие собаки злые бегут прям навстречу. Вот такой вот это уже домик барахольный. Или это не домик, это вообще контора какая-то. Машины старые, американские. Мусорки. Все заросшее. Вон козочки. А где, где? А, вон, вот оно. Сельское хозяйство, да. Вон там козочки. Орет как ребенок. Бе! Вот чучело, пожалуйста, в кукурузе. Смайл. А, написано смайл, ты, короче, на камере, у них камера снимает. Так что они нас зафиксировали, и если что. Здесь вот такое вот угодье, высохшее все. Ой, так классно, мы с таким ветерком с Витей едем, да? Ой, красота. Вон, сарайчик завалился. Вот такие вот у нас тут районы. И все это мы едем от нашего района по, считай, по одной улице, по прямой. Вот так едешь. Такие разные у нас меняются райончики. Так, опять стоп. Вот здесь вообще тоже какой-то угодье, усадьба, да. Ой, мамочки, вот. А смотри, а дальше не бежит, встала и стоит собака, не выбегает. А, вот здесь лошади. О, проехала я. Ну ладно. А ламы где? Не здесь? Или на другой улице там еще есть ламы? Вот такие вот сарайчики уже заброшенные. Еще одна собачка на нас бежит. Ух ты какой! Ротвейлер. Так, вот такой тоже тут домик. Так, здесь у них тоже что-то все навалено, завалено. Курай растет. Так. Там они строят, что ли, какой-то домик так и забросили. Какой домик. Здесь поменяли этот сайдинг, видишь? А, ремонтируют, да, ремонт. А, тут же помнишь, та семья жила, они вроде съехали. Ну, делают налево. Ремонт. Да, поехали. Налево. Тут три дороги, налево, направо. Прямо пойдешь. Здесь вот конкретно сельская местность. Огромные деревья, ну. Точно, мы попали, короче. Да, Новопавловку. Покровку, наша Покровка. Вон у них там такой огород.
хороший огород, ничего себе там они. Кукуруза, тыква, подсолнухи. А, нет, это не подсолнухи. Так, вон там работают, крышу делают. Тоже домик на продажу. Ну тут жалко, нету вот цены, сколько стоит, да? Не посмотришь, это нужно там на сайт заходить, смотреть. Вот такое вот поместье. Доехали мы уже до дороги и вот решили назад развернуться, проехать по другой стороне. Вот тоже симпатичный домик, домик в деревне, кстати, даже очень у них там красиво. Уютненько. Вот с этой стороны тоже вот такая фазенда. Вот здесь красиво, да, они так сделали, смотри, у них такая территория. Вот это мне нравится. Ага. Это вот буквально вот несколько домов таких, так интересно. Тут тоже у них так все ухожено, стрижено, домик там вдалеке. А здесь уже... Ага. Здесь уже такая деревушка. Но они, наверное, же не косилка, а этой машинкой стригут. Подстригают траву. Не, на которой ездит. Вот опять мы к этому домику выехали на продажу. Еще не могу одной рукой отключить. Там бегают индюшки, да, это? Я думала издалека, что это павлин. А, да, индюшки. Это павлин-дворняшка. Точно, павлин-дворняшка. Такая вот территория. Тоже мой хом. Вот такой вот домик есть. А вот какая-то церквушка, чёрч. Католическая или какая она? Католический пикет, что ли? Парк такой там интересный, какой-то огороженный. Домик под березкой. Да, вот это тоже интересный такой дом. Мне нравились раньше такие дома. Мы когда приехали, вот эти облицовочным кирпичом. Он, кстати, пустой. Там вон пустые окна. Но продается или уже продали. Так, домик неплохой. Что-то тут скулбасы разъездились. Сейчас 12 часов, еще нету. Не знаю, что они тут ездят. Вот заборчик красит мужчина. Так, ну вот едем, показываем вам районы нашего города. Он помахал нам водитель. Они тут любят ехать и махать все. Вот тоже интересный домик. Давай где-нибудь выехали мы с того райончика деревенского, пересекли вот Крестлайн и снова вот сюда вот возвращаемся, где находятся мобилхомы. Здесь с другой стороны уже такие простые дома. Все по соседству, все рядышком. Вот с этой стороны Билхом парк. Так, Витя пошел за яблоком, а я тоже хочу. Там раечки. Так, ну вон там мы уже заезжали. Здесь вот такие вот аккуратненькие домики. Сейчас мы по яблочку. Ну что они там, червивые, нет? Червивые. Признак
хорошего вкуса.